Приветствую всех, друзья. Значит, тема этого видео такая, давно наболевшая такая тема. Сколько весит мотоблок? Ну, якобы пишут, что китайские мотоблоки отличаются, то есть заявленных весовых характеристиках указывают одно, а на самом деле оно совсем другое. Ну, вот по просьбам некоторых подписчиков я и решил его свесить. Значит, в мотоблоке на сейчас находится 3 литра дистоплива и 2 литра воды. Грубо говоря, 5 килограмм здесь будет лишнего веса. Весы настроены точно, а выставлены в ноль. Значит, мотоблок без фрезы. Фреза идет с ним в комплектации, поэтому, как правило, указывается вес мотоблока вместе с фрезой. Фреза снята, ну, я думаю, килограмм, ну, может, под 50, может, 40, может, 50 фреза должна весить в отдельности. Так, что у нас показывают весы? Значит, у нас лежит две гирьки по 100 килограмм, это 200, потом 50 килограмм, 250 килограмм. И видим, 20 килограмм у нас стоит здесь. 270 килограмм. Ну, если добавить 50 килограмм фреза, то получится 320 килограмм. В принципе, вес не отличается от заявленного в паспорте. Вот такие пироги. Ну что ж, а попутно, чтобы видео не было таким коротеньким, покажу, что вот здесь вот я приобрел вот такие плуги. Ну, для сравнения я вам покажу сейчас. Давайте вот сюда поставим. Это конский плуг. Я его в Чермете нашел. Вот, отсоединил. Вот он отсоединяется отсюда. Отсоединил от всей этой. И получился плуг. Переделать его теперь под... А давайте принесем плуг с мотоблока, который с ним шел в комплекте. Вот так. Как видим, практически одинаковое устройство плугов. Даже отверстие есть, как и здесь. В принципе, оно и расположено. Вот если мы так выставляем, то и регулировка попадает. Но я бы сказал, что это плуг для какого-нибудь легкого мотоблока. Там, я не знаю, Штенли 1090. Или что-то в этом плане. Или для какой-нибудь Невы. Но этот плуг подойдет. Но не для тяжелого мотоблока. Глубина вспашки им будет низкая, маленькая. Ну, еще такой окучник приобрел тоже. Но это все потом переделаю. Сейчас занят немножко другими вопросами. Там одну самоделочку снимаю, поэтому пока другие дела. И вот буду сейчас в ближайшее время перепахивать огород по осени. Тоже покажу. Ну и что еще хотелось отметить. Пользуясь моментом, хочу показать. Смотрите. Пробило вчера. Это уже второй раз за каких-то там, я не знаю, 3-4 дня работы. Это, собственно, слово не годится. Ну как бы все пока на сегодня. Всем удачи. Да, и еще мотоблоки, чтобы знали, есть два положения. Лето и зима. Все, на сегодня все.